Приняли к сведению. Ребята! Тихо, не могу отказать себе в этом удовольствии, реклама на ТВ! Накройте маску, чтобы мы не знали, мы до сих пор не видим, кто там. Он и так почти-то вздохнул. Ребята, ну что, команчонки, они тут сой? Это факт. Я просто в шоке. Накройте маску, чтобы мы не знали, мы до сих пор не видим, кто там. Он и так почти там задохнул. Ребята, ну что, фуманчонки, они-то цой. Это факт. Я просто в шоке. Это в эфире. Вы не понимаете, это все равно, что Киркоров с Басковым мы стали там, понимаете? Ждем вас в следующем сезоне. Это поем вам. Спасибо за преемственность. Приняли к сведению. Ребята, вы гениальные артисты. Я уж начну. Я уж начну текст, ладно? Конечно. Потому что меня переполняют эмоции. Серёня, я только сегодня признал, что это ты. Слушай, так было интересно вас путать. Я до последнего не хотел выходить из образа. И эти каблуки, и вообще образ, который я старался в каждой песне путать до конца, чтобы вы думали, кто там, женщина, мужчина. Я на самом деле думал, что про эту интригу просуществует три передачи, но вы так повелись на этом. Приста один, а победителей двое. Я даю слово, что они получат свои призы. А сегодня в честь дня рождения, можно я его заберу себе? Завтра же вам вручат. Но а пока хранить не дам. Не, ну как я сейчас поделю премию? Дима. С днем рождения. Серёня. С днем рождения. Ну пусть я там Билану. Ты тоже не обидишься. Если Билану... Если он обидится, но... давайте, конечно, я переживу. Честно, я сам... Давайте по очереди хотя бы для финала. Если он так расстроился, что он не победил. Отдам всем, кто работает на этом проекте. Нет, ты должен забрать это обязательно. Себе. Обязательно. Вот. Серёня, а сегодня вечерком поймём... Да. И ради нас, друзья, грандиозный финал! Спасибо.
Пойдем. Я всегда где-то Давайте. Девка, ты как-то не порезай? Меня. Слава, ты живой? Да, я живой, все хорошо. Это было легендарно. Два победителя в шоу «Маска». Это, ну слушай, это войдет в историю этого шоу, точно. Если не всего мира. Никогда бы, наверное, не спел на сцене порой любимые песни. Я сам предлагал. Давайте, не было случайных песен, каждая, которую я пел, она те песни, которые мне хотелось бы исполнить, да. Вот, поэтому возможность классный репертуар спеть, плюс для меня... Я понимал, что финал будет сложным, вообще весь путь был непрост. Учитывая, что «Маску» я выбрал такую очень неоднозначную, потому что я понимал, что это образ от начала до конца, что его нужно будет держать, вне зависимости от того, угадают, не угадают. Но и мне удавалось 11-10 передач водить член жюри за нос, заблуждение, не понимали, мужчина, женщина. И изначально вообще этот ход был выбран мной, я думал, что он проживет, ну, недолго, передачи 2-3. Вот, а потом я понимаю, что они дальше уходят в дебри и вообще даже не называют близко мое имя, даже не понимают мужчины и женщины. Я, в общем-то, продолжил брать очень сложные женские вокальные партии и дальше. Вот, и до, собственно, до финала не говорил, не показывал, что вы говорите. Давай. Ладно, ничего страшного. Вот. Поэтому я ждал, что будет сложно, тем более, что сезон сильный, очень яркие участники. Но было здорово. Это классный путь, классный эксперимент, это, безусловно, игра. Я в этот проект окунулся с головой Скорпиона, и мне не было задачи показать, как я... Это на... А можно на полтона выше, который... А, это на полтона выше? А, беспалевно спел. А я просто... А, понял. Я просто не понял, что я пою на полтона. Чё? А. Давай, поём. Давай еще раз.
Давай, ты не поверишь, что это. Давай, запиши. Улыбайтесь почаще, пусть будет хороших, много новостей.